Село в порядке, страна в достатке. Это девиз всероссийской сельскохозяйственной переписи. Она пройдет с 1 июля по 15 августа. То есть до начала остается меньше месяца. Сейчас в муниципалитетах завершается подготовка. На днях начали работать более 100 инструкторских участков, куда будет стекаться вся информация от переписчиков. Их в регионе будет работать 599 человек. Как пройдет переписная кампания, кто попадает в число респондентов и какие нововведения ожидаются, расскажет Екатерина Ковалева. На участке в селе Беломестном распределяют поступившие бланки переписных листов. Всего 5 форм для всех категорий сельскохозяйственных производителей. В числе вопросов – информация о размерах участка, выращиваемых культурах, урожайности. Есть и о применении современных методов ведения хозяйства. Используется ли капельная система орошения, система биологических методов защиты растений от вредителей и болезней, индивидуального кормления скота, биоэнергетические установки, ветряные энергоустановки. Сбор сведений от респондентов будет осуществляться несколькими способами. Сельхозорганизации с началом кампании могут самостоятельно заполнить бланки в электронном виде. Для этого у органов статистики на сайте будут размещены XML-шаблоны, которые они могут скачать и заполнить в электронном виде, передать электронный переписной лист в Белгородстат. А владельцев фермерских и индивидуальных хозяйств в привычной форме опросит переписчик. Он придет и к собственникам частных подворий. Сбор информации носит конфиденциальный характер. Сотрудники Росстата напоминают, все данные будут использоваться только в статистических целях, обобщенном и систематизированном виде. Вот так будет выглядеть переписчик. Козырек, жилет с эмблемой Всероссийской сельхозпереписи 2016. На груди обязательное удостоверение, подкрепленное паспортом, а в портфеле комплект переписных листов и планшет. Использование переписчиками электронных устройств ускорит процесс обработки данных. Переписчик будет выбирать адрес, на котором он находится, и вносить всю информацию по личному подсобному хозяйству. О том, когда у вас на участке будет работать переписчик, предварительно предупредят и даже согласуют время встречи. При любой необходимости вы можете связаться по телефону с горячей линии Росстата Белгородской области или федеральному номеру. При любых возникающих вопросах вам ответят, свяжут с нами. Телефоны горячей линии будут доступны с 27 июня. Найти их можно будет на официальном сайте Белгородстата. Напомним, предыдущая сельхозперепись проходила в 2006 году. Чем большее число сельхозсубъектов будет опрошено, тем вернее будет прогноз развития отрасли и меры ее поддержки на ближайшие десятилетия. Поэтому сотрудники Росстата просят участников ответственно подойти к предстоящей переписи. Екатерина Ковалева, Дмитрий Коваленко, новости Мира Белогорья. Все интересующие вас вопросы по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года вы сможете задать сегодня в прямом эфире Первого областного в 20 часов. В гостях нового выпуска программы «Знающие люди» руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Белгородской области Ольга Таранова. Вопрос оставляйте на сайте Мира Белогорья уже сейчас или записывайте на автоответчик по номеру 584410. Звоните в прямой эфир.